Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Уход за телом». Давно не было роликов такого формата, поэтому поехали. Под уход за телом я себе выделила прям целую полочку, поэтому сейчас буду сразу показывать и рассказывать. Вообще это очень актуально, потому что, девчонки, лето началось, и, конечно, каждый из нас в преддверии весны и лета начинает задумываться, ну как же быстро привести себя в форму, свои ножки в порядок, чтобы было не стыдно, чтобы можно было одеть короткое платьице, шортики и так далее. Ведь до этого все удачно получалось скрыть под одеждой, а теперь у нас лето, а теперь у нас жара, поэтому приводим свое тело, свои ножки в порядок. Я вижу, у многих тоже проблем, поэтому решила поделиться очень крутыми уходовыми средствами с вами для борьбы с несовершенствами на коже, в особенности от этой ненавистной апельсиновой корки. Смотрите, что у меня есть. Из чего начинаем мы любой уход за телом, да? Это с очищения. Вот первый продукт. Это бомбический, просто бомбический скраб от Алия. Тропический кокос. Просто взгляните на эту баночку. Сразу скажу, что здесь не используется грубый помол частиц, как в некоторых скрабах, которые царапают кожу и создают различные микроповреждения. Здесь в этом плане все отлично. В этом скрабе соль и сахар, опять же, комбо. Я обожаю такие скрабы. Мелкий помол, поэтому он бережно скрабирует кожу, делая ее невероятно гладкой, нежной и увлажненной, а также отшелушивает поверхностный слой кожи, за счет чего загар ложится равномернее. Мы все хотим ходить, правда, с загорелыми ножками. Девочки, а как он пахнет, вы даже себе не представляете. Это парфюмированный запах тропического кокоса. И он начинает еще больше раскрываться, еще больше отдавать аромат, когда вы смываете его с тела. Пахнет прям кокосом. Очень вкусно, и аромат держится на теле практически весь день. Я уверена, что когда вы попробуете этот скраб от Алия, вы просто влюбитесь в него. Я пользуюсь недавно, 3 раза в неделю, но уже могу сказать, что вижу эффект. Я, если честно, уже свой уход за телом без скраба не представляю. Почему? Потому что я пользуюсь эпилятором. И чтобы волосы не врастали, это прям у меня обязательный пункт в уходе за телом. Так что однозначно советую тем, кто хочет снизить проявление целлюлита и избежать врастания волос на теле. Всего 3 раза в неделю, и вы просто обалдеете от эффекта. На примере руки сейчас вам еще покажу эффект. Берем совсем немного, очень экономичный расход. Смотрите, вот до. И начинаем наносить скраб и втирать его. Сразу кожа начинает краснеть, но все отлично. Нет никакого травмирующего эффекта. Не забываем про наши ручки. Как следует проходимся и смываем. Ну и вот после. Смотрите, какая разница. Видите, кожа стала гладкой, мягкой, сияющей. Кстати, он превосходно очищает поры и разглаживает растяжки. Прям вот чувствуется, как кожа дышит и расслабляется. В составе используются только натуральные, не синтезированные масла, которые легко, просто замечательно смываются водой и не остаются на коже жирным неприятным слоем. И это просто какое-то безумное кокосовое удовольствие и моральное расслабление. От всех проблем можно просто побыть наедине с собой, ни о чем не думая, не переживая. Скраб «Тропический кокос» влияет очень круто на кровообращение и хорошо тонизирует кожу. Кожа становится такой упругой. Девочки, это очень важно весной и летом. Перепады температур, сухость постоянная. Именно таким должен быть хороший скраб. Ароматный, нежный, отшелушивающий, без всяких там микроцарапин, раздражения. И самое приятное, экономичный. В общем, девчонки, у меня полный восторг, потому что очень крутой антицеллюлитный эффект. Кожа после скраба просто бархатная, нежная, увлажненная, напитанная, такая мягенькая, просто не передать словами. Невероятный запах, а это тоже очень важно. Выгодная цена, хорошо очищает, отшелушивает.
станет отличным подарком. Кстати, как идея подарка, тоже очень здорово. И еще приятно то, что он экономичный. В описании обязательно оставляю вам ссылочку на сайт. Знаю, что сейчас на Scrap Alley начнется настоящий ажиотаж. Многие из вас побегут его заказывать для себя или подружек, мам и так далее на подарочки, чтобы сделать приятное. Поэтому, если вы, как я, хотите пользоваться только лучшими уходовыми средствами, а самое главное иметь красивую, здоровую кожу, то я вам настоятельно рекомендую попробовать этот суперский скраб от бренда Alley. И на него сейчас скидка на ВБ, поэтому советую брать прямо сейчас. Ну и едем дальше. Хотя как бы уже этого скраба на лето вполне себе достаточно для ухода, но тем не менее иногда я пользуюсь и другими средствами. Что идет у нас с вами после очищения? После очищения мы увлажняем, да, увлажняем кожу. Здесь у меня есть несколько средств. Первое — это вот такое вот маслице от Аравия, от растяжек, но я использую его чисто для увлажнения. Очень неплохое маслице, удобно то, что есть дозатор. И вообще мне нравится иногда этот формат в жару, потому что выходишь из душа и на мокрое тело прям распределяешь маслице. У него тогда экономичный получается расход, когда на мокрое тело, да. И очень хорошо увлажняется кожа и прям обдувает ветерочек. Ну, в общем, мне вот именно летом такой формат очень нравится с маслом. Так, едем дальше. Дальше у меня есть пару кремов. Это прям вот совсем на участке, где кожа сухая-сухая. Ну, первый — это Фаберлик, вот такой крем для упругости ягодиц. Артикул, сейчас вам назову, артикул 1444. Классный, кстати, крем, оценила его действие. Не могу сказать, что прям мои ягодицы стали упругими-упругими, но работает. Работает, хорошо увлажняет, и вроде как тонус какой-то вот тоже есть. Ну, упругость есть, не прям какая-то фантастическая, но если ухаживать вкупе за телом, да, применять скрабик, увлажняющие средства, кремушки, то все будет супер. Крем хороший, немножко осталось, уже надо, да, использовать. Следующий продукт на моей полочке — это вот такой вот крем «Зима», тоже от Faberlic. Это прям тяжелая артиллерия, это, знаете, на локоточки, на колени, вот на самые сухие места я использую вот этот крем. Здесь 6% масло ши. У нас с вами классный состав, я, конечно, его люблю больше зимой, а вот у нас тут вся информация. Так, артикул 2650, состав обалденный просто, поэтому напитать вот самые сухие участки тела тоже очень такой рекомендую. И еще два средства, которые я люблю, очень люблю использовать летом в жару. И обязательно возьму с собой на море, потому что там вот прям тело никакой крем воспринимать не хочет и просто отказывается. Ну, за исключением солнцезащитных каких-то средств. Это мисты, мисты от Faberlic. Сейчас у меня в использовании вот такой вот синенький. Это недавняя новинка, Samba de Rio, артикул его 1445. Так, и второй сейчас сразу покажу. Они, в принципе, по действию идентичные. Это Витамания. Здесь у нас аромат такой классный тоже, карамбола, маракуйя. Артикул 2396. В чем их фишка, как бы, почему вот их люблю именно летом и в отпуск с собой обязательно возьму? Потому что они легкие. Еще сейчас один лайфхак расскажу по их использованию. Они легкие, и я прям после душа тоже на влажное тело распыляю этот мист, и нет никакого утяжеления, на коже не чувствуется никакой пленки, ничего, есть легкий приятный аромат и в то же время легкое увлажнение. Но иногда, и вот на море то же самое, выходишь из душа, может быть, там после морского песка, после камушек, после соленой воды тело сохнет, но вот мне вполне себе хватает мистов Faberlic, чтобы кожу увлажнять. Чтобы кожу увлажнять, чтобы она не была сухой, не было вот этой сухости, да, от морской воды и так далее. Вполне себе работают, вполне себе адекватно. Сейчас оставь, кому интересно, тоже поближе, так, этот способ применения покажу. Вот он. Вот он состав. Так, и еще рассказываю теперь один лайфхак. Тоники, которые мне не подходят для лица, не подходят, не нравятся, или просто, может, у меня их скопилось в использовании много, я переливаю во флакончики вот такие вот из-под миста и использую на тело. Это вообще работает очень круто, особенно если у вас там тоники какие-то с антивозрастным, увлажняющим эффектом, прям просто потрясающе. И еще один лайфхак: если вам от миста мало увлажнения, то сюда можно добавить сыворотку, какую-нибудь сыворотку или тонер.
Прям вот немножечко, несколько капелек. Ну, может быть, опять же, у вас завалялась сыворотка, которую вы не хотите использовать на лицо, да, смело переливайте в мисто для тела и пользуйтесь, и кожа ваша будет просто счастлива и говорить вам спасибо. Так что вот такие вот два лайфхака. Обязательно попробуйте, потом напишите. Так, и еще одно средство, которое у меня стояло на другой полочке, но я его сейчас возвращать буду на место. Почему? Сейчас все расскажу. Это автозагар для тела. Если зимой, ранней весной, ранней и поздней осенью я пользуюсь автозагаром этим только для лица, то сейчас начинаю уже пользоваться на все тело. По распродаже по срокам годности вообще за 30 рублей 26,95 на центральном складе он сейчас. Как делаю? Тоже после душа могу прям параллельно с мистом, то есть на слегка влажное тело. Он вообще не пятнит, он очень деликатный. Но в то же время есть легкий-легкий такой загар, ну, смотря как часто будете применять. Если хотите посильнее, то там после каждого душа. Если вам достаточно, то раз в неделю я где-то вот сейчас применяю на все тело. То есть сходила в душ, проскрабировалась, помылась как следует. Могу нанести мист и следом прям наносить на тело вот этот автозагар. Прям по всему телу, по влажному телу он просто распределяется легче. Это во-первых. Во-вторых, он так распределяется равномернее. Мне вот именно такой вариант понравился. И получается красивый деликатный загар. Так что вот эта баночка у меня тоже отправляется сюда. Теперь он будет жить здесь, потому что не всегда получается загорать на открытом воздухе, на солнышке, как бы, да, и вообще такой способ безопаснее. Сейчас очень модно разговаривать на тему про фотостарение, как вредно солнце, ну, и сами заметили, сколько вспышек в последнее время. Опасно. Даже иногда бывает опасно. Некоторые люди прям сильно обгорают даже за 5 минут. Уж сколько таких вот анонсов было. Так что, девчонки, вот такой вот у меня уход за телом. Это именно летний уход за телом. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Рассказывайте, как вы ухаживаете. Ссылочку на скрабик Алия обязательно оставлю в инфобоксе под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.